Мы готовимся к началу второго матча сегодняшнего вечера. Вернадка Парк, Пари Суперлига F. Роман Леонтьев по-прежнему зовут меня, я ваш комментатор. И анонсирую, конечно, сразу же, что на этот матч к нам залетит Гудай. Гудай, команда которого вышла в полуфинал и там встретится с Титаном. Рома свою задачу решила. А у тебя как с этим? Вот удар, кстати, ближний Ульянов. С Титаном, не знаю, против Кутуза, кстати, ни разу в жизни не играл, будет очень интересно. Ой-ой-ой-ой-ой, пушка, мушник Рзаев, да, страшно. Да, здорово. Я думаю, моментик у них будет, поэтому, ну, как бы и они это понимают. Ух ты, передача какая прошла, 2-0, столбовой, вот это начало. И это всего лишь 9-я минута первого тайма, а аутсайдер уже ведет 2-0. Почему так происходит и что с Селтиком? Спрашиваю, тренируется ли команда Рома. Нет, ребят, тренируется. Да, об этом мы, кстати, тоже уже говорили. Вот Вася Маврин момент создает, и 2-1. 2-1, Мурат Исаев. А там как, сразу пенальти? Если, да, если будет ничейка, то пенальти. И здесь без правила выездного гола, при том. Рзаев один из самых активных в составе аутсайдера. И столбовой! 3-1! Колотушка сумасшедшая просто. Это уже не пушка страшная, это уже все вчерашний день. Столбовой, потрясающий голешник. Великолепно просто. Подача в штрафную, удар, перекладина. Что творит аутсайдер? Брал мяч под себя, обыгрался с Самылиным. Самылин с левой ноги в крестовину. Шикарный момент. И показывает Самылин, что мяч линию пересек, но здесь вар. Дальними ударами сегодня у команд полный порядок. Никакого взятия ворот, вы сами все видели. Мяч отскочил в поле, а вот здесь передача на дальнюю штангу и чуть не успевает Ланцов. Вот этим небольшим замешательством в обороне аутсайдера Селтик сейчас попытался воспользоваться. И достаточно грамотно, когда есть такая нацеленность у команд, это украшает футбол. Еще один удар, вот точно в руки Трубицына. Теперь же Селтик отвечает сопернику. Развернулся и пробил Демидов с левой ноги. Чуть подустанет Зюкин, уже прессинг будет не тем. Сейчас как раз момент, когда аутсайдер подсел! И моменты сразу! И снова здорово! Играет Трубиц. Есть у оранжевых, и они как-то даже поинтереснее, чем у Селтика. О, какой момент! Какая тонкая игра! Зюкин, браво! Ну, это же вот, да, пробил, да, не точно мяч с ноги свалился, но... Все, команда Демидов перед ним соперник, проникающая в штрафную проходит, Исаев разворачивается, пытается выйти на ударную позицию, показывает, что защитник аутсайдера играл рукой, и Александр Мороз показывает на точку. Рэф, смотреть, рэф, челлендж. Челлендж, смотреть. Разбег, удар по центру, и точно цель. Ну и пауза под правую переложил. Покатил Маврин. Перекладина. И Герасичкин выбивает мяч за пределы поля. Потрясающий матч. И сразу длинная передача вперед. Один на один выходит футболист. Аутсайдер бьет. Ближний угол, но не попадает. Двор ворот. Шикарный момент. Серия пенальти.